отстраняю от управления автомобилем Ford Focus 51 регион, так как у вас имеются признаки опьянения до проведения освидетельствования для этого вопроса, я вас отстраняю от управления данным автомобилем до устранения причины. Не хулиганьте, не надо. Станислав Сергеевич, с вас наручники сняли, чтобы по-человечески с вами разговаривать. Ведите себя по-человечески. Расписываться в акте будете, скажите только да или нет. Вы меня слышите? Станислав Сергеевич, расписываться в акте будете? Нет, еще раз троните меня. Попал в аварию человек, его сотрудники ГИБДД увезли. Я вот рассматриваю материалы дела сейчас. Скажите, пожалуйста, что там вообще произошло? Потому что нет никаких материалов, конкретно что там произошло. Защитник это с какой машины? С Форда, который? Да, который Форд. Я понял. Ну, догнал он меня в жопу, перевернулся и в него врезался Рено. Угу. А скажите, пожалуйста, вот его сотрудники ГИБДД увезли в связи с чем? И куда они его повезли? Его увозила скорая. А, его скорая увозила? Да. А в каком он состоянии был? Где он в машине находился в момент аварии, когда скорая приехала? Или на улице уже? Как это все происходило? Нет, достали его с машины, а потом он стоял на ногах. Как бы, ну, я все время контролировал его. Стоял на ногах. Какой-то серьезный, да, было ДТП? У него машина перевернулась? Да, да, так серьезно. Говорил, чтобы он не вставал, потому что он за голову держался. Я ему говорил не вставать. И прям... скажем так, что даже и придерживал местами его. Ага, ну то есть как бы вы ему помогали именно, чтобы он не вставал, да? Ну, видимо, в шоке был. Ну, конечно, такой удар был, как бы, ну, человек как бы пытается встать и кинул, это же, в принципе, ну, не рекомендует. Угу. Пока скорая приехала. Потом скорая приехала, уже я отошел, как бы, начали заниматься врачи. А примерно через сколько скорая приехала, как авария произошла? Ну, долго прошло времени, нет? Не, я думаю, даже 10 минут не прошло. Скорая вообще быстро приехала. Угу. А он, ну, как бы, там он лежал, без сознания был, или как он сразу очухался? Как все происходило? Не, сразу же с машины достали его, мужчина какой-то. Я пока смотрел утечки на своей машине. Голову повернул, его достают. Ну, сразу же. А достал его кто? Из другой машины? Там Рено еще пострадало, я так понимаю. Рено тоже водителя увезли. Ну, свидетели, которые, видать, остановились, как бы видели. Вот, один из мужчин как бы доставал его через правую пассажирскую дверь. Ага. А там никак данные не зафиксировались этого человека? Нет, я не фиксировал. Не могу сказать. Угу. Так, да. Визуально могу, как бы сказать, с бородкой такого высокого роста, а второй мужчина стоял на, ну, среднего роста, на куртке, он говорит, на работу. Ну, как я понял, он сказал, что я кому-то свои данные оставил, как бы, ну, если что, позвонят. Кому, честно, я не интересовался, как-то не до этого был. Угу. Хорошо, спасибо. Ну, вот я сейчас пытаюсь выяснить, потому что, ну, вот у меня... вся информация есть о том, что он, ну, не выпивал вообще в этот день, и поэтому откуда взялся запах, вот это я немножко не могу понять. Я документы изучаю, медики вообще ничего про это не пишут. Ни про запах, ни про признаки опьянения. То есть ни туда, куда его увезли, ни потом, когда ему там в ВВС приезжали неоднократно. Никаких информации нету. Есть только утверждение гаишников. И все. Даже в ваших объяснениях и объяснениях других людей вообще ничего не сказано про, ну, про запах там и про тому подобное. Более того, у вас тут, по-моему, написано, вы тут сами дописали, что так, за рулем автомобиля находился молодой человек в белой кофте с капюшоном, черной куртки до приезда сотрудников ДПС, из вида его не терял, запрещенных веществ при мне не употреблял. После того, как личность водителя была установлена сотрудниками ДПС как Спицын.
То есть, видите, да. Даже вот и в ваших объяснениях нету ничего по поводу того, что там запах и тому подобное было. Пытаюсь понять, почему несоответствие идет и в каких местах идет несоответствие. Потому что он, ну, у него будут свидетели о том, что он когда выезжал, ну, вот как перед тем, как попасть в аварию, он как бы выходил из дома там от кого-то, и этот человек придет в суд, будет говорить, давать показания, что он, ну, трезвый был, ничего не выпивал, я так понимаю, он ехал с работы. Понимаете? То есть он не мог за рулем напиться, как бы, ну, это как-то странно было бы. Ну, понятно. Ну, я так, как бы, если вы его защитник, да, правильно я понимаю? Ну, да, да. Ну, я в любом случае должен сначала разобраться. Ну, просто не хочу, как бы, лишнего. Мне ходить не хочется никуда. Мне, как бы, это неинтересно. В связи с чем он неадекватный? То ли от того, что башкой ударился, потому что у него там сотрясение мозга, и он даже вот этот промежуток вообще не помнит. Он даже не помнит, как попал в полицию. Вот, и на видео засняты там определенные моменты. Удар был как бы хороший, тут как бы говорить нечего, там получается, наверное, сильно ему досталось по голове. Потому что я изначально, ну, честно говорю, даже не понимал, за что быстрее хвататься, туда бежать, трогать, нет, потому что машина перевернута, и в нее, как бы, грубо говоря, в водительскую дверь въехал, ну, Логан. Угу. Я вообще думал изначально, там тяжелых, как бы, ну, никого не будет. Хорошо, спасибо вам большое. Немножко прояснили ситуацию. Думаю, удар-то у него был по голове, досталось ему хорошо. Потому что его уже на носилки ложили, скажем так, возле машины, но ложили на носилки. Угу. Так что, ну, это так, для прояснения. Ну, он, да, он, видимо, и адреналин, и стресс, и все это вместе, потому что он... Ну, сначала был такой боевой, а потом на него, видать, упало вот это вот, как тяжелый груз, и он просто обмяк, и он как кисель уже в полиции был. Там его трясли, там по щекам били, на шатырь давали, а он просто не приходил в себя. Ну, видимо, вот этот уже настала стадия расслабления после вот этого адреналина, вот этого всего, ну, видать... Ну, и, соответственно, с него хотели сделать видимость, что он живой, скажем так, что он участвует в процедурах, там ему делали больно, там избивали, условно говоря, чтобы на дозор показать, что он как бы отдает какую-то реакцию. Но это как бы уже отдельная история, это будем разбираться. Ну, я понял. Все, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.